На Богучанской ГЭС начались испытания первого гидроагрегата, сообщают Сибновости. Турбину тестируют на холостом ходу. Все системы и узлы агрегата работают в штатном режиме. Вибрация не превышает допустимые нормы. Полная программа испытаний состоит из 19 пунктов. Если оно завершится успешно, гидроагрегат подключат к сети. Напомню, БГС начали возводить 32 года назад, и вот сейчас строители близки к финишу.